Всем привет! Мы начинаем неделю открытых тренировок. В этих тренировках смогут участвовать не только пользователи Poker Ability, но и также любые зрители, которые подписаны на мой канал в Twitch или обитают на GPT Team. Если вы не участник проекта Poker Ability, то вы можете выступать в качестве зрителя. Если уже вы ученик со статусом, то вы можете задавать вопросы, выкладывать свои раздачи, видео на оценку. Сегодняшняя тема нашей тренировки – это расшифровка постлоп статистики. Сегодня мы будем говорить о том, как постлоп статистика влияет на определение спектров продолжения наших оппонентов в различных ситуациях. Мы более подробно разберем одноименный раздел стратегии, которые находятся на нашем сайте. Те, кто его еще не изучил, пожалуйста, поскорее это сделайте. Собственно говоря, градация всех наиболее важных статов там приведена. Там описано, какие статы необходимо выводить свои попапы, какие статы необходимо иметь в хаде, что они означают, какое эквити необходимо и какое количество аутов необходимо для продолжения против оппонентов с определенной статистикой. Ну, сегодня мы на конкретных темах мы эту теорию более подробно разберем. Ну, как обычно, напишите в чат, как меня видно и слышно. Если все нормально, то мы будем начинать. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас.